Томилине или в Томилино. Склоняются ли топонимы, которые заканчиваются на «ова», «ева» и на «ина»? В последнее время все чаще слышна несклоняемая форма, а между тем филологи и журналисты продолжают склонять. «Режет слух», возмущаются одни. «Так и нужно», говорят другие. Так как все-таки правильно? В этом непростом вопросе разбиралась Яна Яковлева. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где вы живете? В Томилино. А вы? Ну, в Пуково. Как правильно говорить, в Томилине или в Томилино? В Томилино, я так считаю. В Томилино и в Красково. А почему вот все так говорят? Ну, потому что просто, ну, не склоняется. А ваши знакомые как говорят? По-моему, тоже Томилино. Мне кажется, все говорят в Томилино. Хотя вот я видела надпись «Мы живем в Томилине». Меня, честно говоря, это удивило. Но я не буду спорить, может быть, оно так и надо. У нас такая там бегущая дорожка идет вот на перекрестке. Там написано «Мы живем в Томилино». Склонять или не склонять названия населенных пунктов, которые заканчиваются на «ина», «ына», «ова», «ёва». Анна Ахматова, например, склоняла. А сегодня в народе почти никто не склоняет. Вот даже на памятниках пишут так. Действительно, если оглянуться, в том же поселке Томилино по сторонам почти везде используют несклоняемую форму. А вот если зайти в библиотеку и открыть книгу, к примеру, Лермонтова, то можно прочесть «Недаром помнит вся Россия» про день Бородина. Склоняется. В прошлые века писатели Ахматова, Белов крайне негодовали, услышав, что кто-то не склоняет топонимы. «Все изменилось», объяснили нам языковеды из военных. Создавались топографические карты и разрабатывались по ним планы, и были похожие названия «Егорьевский», «Егорьевское», там, «Егорьевское» там какой-нибудь. В предложенных падежах слова звучали абсолютно одинаково. Чтобы не было путаницы, географы и военные такие названия решили не склонять. Но стало ли это нормой русского языка? Но если честно, по строгим литературным нормам, все-таки лучше в Томилине, потому что исконно русские слова на «ова», «ева», «ева», «ыва», «ина» – они должны склоняться. Можно такой привести пример. Ходят ли автобусы в Томилино или в Томилине? Получается разный смысл, если слово не склонять. То идут автобусы от точки А до Томилина или ходят ли по самому Томилино автобусы? Склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме, пишут на портале «Грамота.ру» под редакцией кандидата филологических наук Пахомова. Однако здесь же указано, сейчас возможны оба варианта. Известный скульптор Александр Рожников, который создал композицию «Белка и стрелка», все же написал на ней «Мы живем в Томилино», не склоняя. Все же у нас прослеживается в историческом процессе. И если правильно и в Томилино, и в Томилине, а люди в большинстве с вами говорят Томилино, так почему не уважать мнение людей, которые к этому уже привыкли? И дети их привыкли, и сейчас внуки их привыкают, потому что ну, в семье так говорят. Одним словом, выбор остается за выбирающим. Педагогам, журналистам, филологам стоит сохранять традиции русского языка, но нарушать их, особенно если вы привыкли. В этом случае можно. Хотел бы такой посыл для жителей нашего Люберецкого городского округа. Не принципиально, как называется, Томилино или в Томилине, а принципиально, что живут у нас замечательные люди, очень добрые, трудолюбивые, которые и хотят, и умеют обустроить свой родной дом. Яна Яковлева, Никита Скраган, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.